Все, запись поехала. Благодарю всех, что вышли в эфир. Сначала, я не знаю, майские праздники сейчас празднуют или не празднуют. Ну, с 1 мая. Завтра мы выйдем. Ну, я выхожу в эфир, как обычно, вот как уже принято, 6:10. Сегодня мы всем. Всем доброе утро. Продолжаю. Это у нас такой, как четвертый поток идет. Ну, я думаю, уже будет постоянный потом утренние занятия. И я продолжу освещать ступени йоги Патанджали буквально в двух словах, и потом в посте под записью занятия чуть больше объяснений. Яма у нас была предыдущей неделе. Это свод таких предписаний, как быть гармоничным в отношении мира, себя, других там, и так далее. Ну, таких свод, неких ограничений, может быть, наставлений, там, типа ахимсы, да. А нияма, как сгармонизировать свой внутренний мир больше. И вот первое, там их пять тоже, шауча или шауча, сантоша, и далее я их освещу. Вот шауча. Или сауча. Их не поймешь, как произносить. Чистота. Чистота внутренняя и внешняя. Вот сегодня, например, утром что произошло? Каждый из вас проснулся и начал, ну, может быть, не первым делом, но одно из первых дел – это умыться, правильно? То есть у нас внешняя чистота, она более-менее принята. А вот чистота ума, чистота речи – сказав что-то, не обдумав или грубо, можно причинить вред себе и окружающим. Но себе можно причинить вред, например, думая негативно, да, как-то осуждая. То есть контроль речи, что мы говорим, как мы говорим, зачем мы говорим, ума. То есть, как вот как в христианстве, да, даже прелюбодействуя в своих мыслях, мы прелюбодействуем. Ну, в христианстве такое есть. Это все перекликается с ямой. То есть, если мы что-то скажем грубое себе или кому-то, то можем причинить страдания, ахимсу нарушить. Вот. Ну, это так, в двух словах, чистота. То есть, поддерживаем внешнюю чистоту своего физического тела и ментального, там, астрального и всех-всех-всех тел. Это мы уже тут занимаемся, это у нас умственная речь. Опять же, речь, она воздействует на окружение, на свои, ну и на меня тоже, вот на того, кто говорит. И ум вот то, что... Это вот тема йоги, да? Тема йоги и медитации. Давайте с этого и начнем. Наверняка все умылись, там глазки, язык, попили водичку, прочистили кишечник. Ну, по крайней мере, если йогой уже какое-то время занимаетесь, должно все работать. Как привычка. Такие утренние ритуалы, они же ритуалы, могут быть вот эти все ритуалы, и как медитативные мы. Если я моюсь в это время. Если я чищу зубы, я в это время чищу зубы. То есть я чувствую там десны, вот это. То есть я в моменте нахожусь. И вот эта гигиена ума отсюда и начинается. Мы учимся замечать, что у нас внутри. И то, что из нас выходит в виде слов, мы тоже контролируем в виде... Ну, скажем, осознавание, а что я говорю, зачем, кому, когда это, ну и так далее. Хорошо. Два слова закончились. Шауча. Это первый пунктик. Второй восьмиступенчатой йоги ниямы. Давайте сейчас почувствуем свои седалищные бугорки. Вот можно так ягодички вытащить. Начнем занятие. И сделаем несколько глубоких вдохов. И как выдохов.
вдохе как вздохе, выдохе как вдохе как вздохе, так вдох, выдох, вдох. И выдох, приходим, вот внимание у нас приходит, стекает в седалищные бугры, чувствуем вес тела. И потом вдох, мы вырастаем из таза по позвоночнику через макушку в небо, в потолок, туда вот вверх. И самостоятельно сделайте вдох, вырастая, как бы вкручиваясь туда, вот как стебелек. Вот сейчас весна, да, вот подснежники появились. Вот как цветочек стремится к небу, к солнцу, вверх, как деревья растут. А выдох, это мы как бы опускаемся в свою корневую систему. Мула банха, корневой замок. И вот туда вот через корневой замок, через седалищные бугры вниз стекаем. Почувствуйте позвоночник, как начинает себя чувствовать, какие изменения в позвоночнике происходят. Грудной клетке, в дыхании. То есть мы сейчас минимум движения делаем. Можно, если тело начинает вот как-то такое покачивание, то есть мы не держим его как такой стальной стержень. То есть, если вы чувствуете, что потоки вот эти энергетические начинают как-то закручивать, то есть можно так подкручивать себя и вырастать вверх. Такие тонкие ощущения. Покачивать может. На вдохе легкий вверх стремится в небо. На выдохе мы стекаем, как сканер такой, проходим сканером по телу, сканером своего внимания. И стекаем, стекаем, стекаем. Все ненужное, все напряженное, все отработанное мы как бы отдаем в землю туда. Даже если вы на 20 этаже, отдаем в пол. И через пол представьте, что на земле. Представьте, что мы сидим на земле, на травке. Земля забирает. Хорошо, теперь ладошку на живот. Четвертая точка у нас осознание, наблюдение, дыхание живота. Почувствуйте свою ладошку. Животом свою ладошку чувствуем. Ладошкой живот. Как он там двигается. Поменяли на ребра. Погладили вот ребрышки. У нас все межреберные мышцы, они двигают грудную клетку. Почувствуйте, как двигается грудная клетка. На вдохе и на выдохе. И область ключиц. Вторую ладошку на животе оставляем. Вдох, живот, ребрышки, ключицы. И начинаем углубляться. Несколько глубоких дыханий длинных. Полное дыхание йоговское. Живот, ребра, ключицы. На выдохе ключицы, ребра, живот. Горловую щель поджимаем, дыхание уджаем. Еще вдох-выдох. Хорошо, ручки убираем. Откройте глаза, если были закрыты. Оглядитесь вокруг. Вот буквально полминутки на визуальный канал. Оглядитесь. Вот, может быть, вы заметите что-то новое в своей комнате. Окна, двери, стены, предметы, объекты, цвета, формы. И
Можно, не закрывая глаза, переводим внимание на слух. Следующий канал активный и открытое слушание нам позволяет тоже много чего. Ну, мой голос слышать, да? И это, скажем, основной вид наряду с глазами распознавания внешнего мира, что там происходит. Послушайте, как там мир звучит. И следующий мощный канал – это наша соматика, соматика тела, ощущения телесные. И во время занятий каких-либо, например, йогой сейчас будем заниматься, уже занимаемся, вот этот телесный канал нас будет очень-очень интересовать. Замечайте, что происходит в каждый момент времени. Это важно. Не просто формально делать гимнастику, что тоже хорошо, но и замечать, что происходит. Давайте ладошки сложим перед собой, делаем вдох. Выдох. Поднимаем, можно замочек. Вдох, потянулись. Вот, позвоночки все расправили, выдох. И еще потянулись, да? Лопатками подвигали. Шею вот так вот не зажимаем. Смотрите, вот это вот большая разница. Давайте подвигаем плечами. Угу. Шею не зажимаем. То есть шея вот не поджата. Хорошо. Опустили руки. Давайте встанем. Я предположу, что сидеть, наверное, не всем так комфортно, как мне. Мне сидеть очень комфортно. Я после всех ретритов и медитаций сидение становится приятным занятием. Но нам нужно сделать гимнастику сейчас для тела. Давайте ножки вместе и начинаем снизу поднимать как бы внимание. Вот эти все ощущения на носочки, пятки. Носочки, пятки. Перекатываемся, чувствуем, активируем голеностопы. Очень важный наш орган, не орган, а часть тела, стопы. Внешняя, внутренняя. Пальчики растопырили, подняли, сжали, подняли, сжали пальчики. И традиционно попробуем по коврику, поджимая, сжимая стопу, по коврику походить. Входим, стучим пяткой в коврик, создаем движение вперед. Создаем движение вперед и удары. Учимся, вот это надо научиться. Сжимается, пальчики растопыриваем. Скорее всего, мышцы начинают уставать. И продолжаем. На одном месте несколько ударов пяточками. Встряхиваем всю жидкость в теле. Все жидкости. Капиллярчики встряхиваем. Лимфу. Хорошо. Ножки чуть пошире. И теперь вот так встряхиваем. Вот это очень хорошее упражнение, с чего начать можно любое дело, любую тренировку. Немножечко встряхнув себя. И наблюдайте, как меняется ощущение. Как меняется. Встряхиваем кисти. Здесь хорошо тренируются колени. На коленями, окружениями. И позвоночник у нас ровненький. Макушкой толкаем вверх. Плечи у нас болтаются. Плечи вверх-вниз, вверх-вниз. Все, все расслабляем максимально.
до чего можем добраться, внимание. Хорошо. Останавливаемся и покрутимся. Еще одно целебное действие. Целебное упражнение. Для всего тела, для позвоночника. Заглядываем назад. По позвоночному столбу идем, внимание, из таза вверх, вкручиваясь макушкой в потолок свой. Хорошо. Теперь чувствуем, как у нас меняется состояние. Сжимаем и разжимаем кисти. Сжимаем, разжимаем кисти. Вытянули вверх-вниз. И пальцы широко растопырены, покрутили в одну сторону, в другую. Толкнули. Вниз толкнули. Хорошо, встряхнули. Еще раз все встряхнули. Угу. Руки на пояс покрутили тазом всем позвоночником. 2, 3, 4, 5. В другую сторону раз. Почувствовали свои тазобедренные суставы. Поясницу, пояснично-грудной переход. Хорошо, теперь таз зафиксировали. Крутим верхней частью. Раз, растягиваем бока. Один бок, другой. Ага. И еще вдох, выдох. В другую сторону. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Плечики. Раз. Два. Позвоночник волной двигается. 3, 4, 5. Вперед теперь. Раз. Два. 4, 5. По очереди. 1, 2, 3, 4, 5. В другую сторону. 1, 2, 3, 4, 5. Хорошо. Подняли плечи, сделали вдох. На выдохе бросили. И шею. Голова вперед-назад. Право-лево. Круговые движения. Подбородком. Перерисуем круг. 3, 4. В другую сторону. 1, 2, 3, 4. Хорошо. Теперь восьмеркой. Восьмеркой рисуем подбородком. Спереди петля. Сзади. 1, 2, 3, 4. В другую сторону. 1. Чувствуем шею. 3, 4. Справа налево. 1. Восьмерки. Над одним плечом, над вторым плечом. 3, 4. В другую сторону. 1, 2, 3, 4. Хорошо. Опустили голову вниз. Ладошки перекрестили под затылком. С небольшим сопротивлением вверх поднимаемся. Вдох. Опускаемся вниз. Выдох. Локти опускаем. Вдох. Раскрылись. Выдох. Давайте весь
всю переднюю линию раскрыли вдох и скруглили свой выдох. И еще вдох. Выдох. Хорошо. Толкнули голову в сторону. Вдох. Выдох. В другую сторону. Вдох. Шею включаем. Держим. Выдох. В первую сторону. Вдох. Толкнули. Держим. Выдох. Вдох. Поменяли. Выдох. Теперь пальчики вниз. Правый вверх. Вдох. Выдох. Левый вверх. Выдох. Правый вверх. Выдох. Левый вверх. Выдох. Круговые движения. Теперь голову опрокидываем в разные стороны. Вперед. Вправо. Назад. Влево. Вперед. В другую сторону. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Хорошо. Остановились, почувствовали. Мы немного прошлись. Дальше у нас будет более мощное воздействие уже с применением асан юридических. Давайте. Первое, это у нас поза молящегося. Ладошки собираем возле грудной клетки, в районе сердца. То есть мы внимание уводим в сердце. И из сердца начинаем действовать. Это хорошая привычка. Не из ума, не из живота, не из таза, а из сердца. То есть луч внимания у нас пошел из сердца в мир. Давайте руки через стороны вверх. Вдох. Синхронизируемся по дыханию. Вытянулись вверх, посмотрели. Выдох вниз. Просто ручки вниз. Еще. Вдох. Вытягиваем переднюю линию. Дыхание уджайи. Выдох. Вдох. Руки через стороны. Проворачиваем плечики. Можно чуть-чуть назад. Смотрите, так назад. И теперь опускаемся опять. Плечики назад, вниз. Скругляем спину. Опускаемся вниз. Проснулись. Поднялись. Вдох. Волной позвоночник. Провернули плечики. Выдох. И каждый раз все мягче, мягче, глубже заходим. Вдох. Выдох. Повисли. Круглой спиной поднялись. Вдох. Чувствуем задние поверхности. Выдох. Еще раз вдох. С левой стороны опускаемся. Слева от левой стопы. Выдох. Вдох. Поднялись. Вытянулись. Выдох с правой стороны. Левый вдох. Выдох слева. Выдох. Вдох. Справа выдох. Левый вдох. Вниз выдох. Остались внизу. Посмотрели вперед. Вдох. Посмотрели назад. Пальцы за пятки. Выдох. Чуть глубже заходим. Вдох. Уттанасану. Наклон. Назад. Выдох. После выдоха давайте делать пустую удеяну. Здесь уже все, вижу, не новенькие. Втягивание живота. Пальцы вперед. Вдох. Выдох. Втянули живот.
Очень важная утренняя процедура, вдох. Брюшные манипуляции. Выдох. Это как раз касается вдох, касается шаткарм, очистительных практик йоговских. Выдох. Тренажер. И это касается ниямы, шаучи, чистота. То есть мы очистительными практиками занимаемся, очищая физически, выдох, ментально, умственно, да, свои пространства. Хорошо. Повисли ладошки перед собой под плечами. И руки через стороны вверх. Вдох. Поднялись. Выдох. В исходное положение. Сейчас делаем подряд. Подряд. Давайте я по времени смотрю. 5 повторений Сурья Намаскара. Следующая, она и очистительная, выравнивающая, гармонизирующая практика. Делаем традиции Шивананды, такую мою любимую, Сурья Намаскара, такая наиболее она безопасная, но одна из таких безопасных, я имею в виду, новенькие, реже, ну, повредиться там сложно, потому что все, некоторые сурьи такие, с подвохом. Хорошо, поехали. Руки через стороны вверх. Вдох, прогиб. Выдох, наклон. Втянутый живот. Правая нога назад. Вдох. Руки можно так через стороны. Выдох. Планка. Планки, вдох. Опускаемся. Колени, грудная клетка, подбородок, выдох. Кобра, вдох. Собака головой вниз. Выдох. Втянутый живот. Правая нога вперед, вдох. Вираквадрасана. Выдох. Наклон. Руки через стороны вверх, вдох. Выдох. Наблюдаем за изменениями в ощущениях. Вдох. Наклон, выдох. Левая нога назад. Вдох. Вираквадрасана. Выдох. Планка, дандасана. Вдох. Опускаемся на 8 точек. Выдох. Подбородок на грудная клетка, локти, колени. Держим здесь пальцы ног. Следующий вдох, кобра. Вытянули носочки. Выдох. Собака голова вниз. Кинули живот. Левая нога вперед. Вдох. Вытянули. Заднюю ножку вытянули. Выдох. Наклон. Руки через стороны вверх, вдох. Выдох. Как ощущения меняются? Наблюдаем. Вдох, руки через стороны. Появляется ли такая легкость, радость? Выдох. Наблюдаем. Правая нога. Вдох. Вытянули заднюю ножку пяточкой, потянулись назад. Выдох. Планки пяточками назад, потянулись макушкой вперед. Вдох. Колени согнули, выдох. Локти согнули, опустились на 8 точек. Кобра, вдох. Собака головой вниз. Выдох. Тянули живот. Правой ногой вперед, вдох. Пяточку назад, вытянули, все. Вытяжение, выдох. Наклон. Каждый выдох, втянутый живот. Вдох. Выдох. Выдох. Здесь тоже. Выдохнули. Вдох. Выдох.
Я его, наверное, назад, да? Выдох. Планка. Планки, вдох. Пускаемся на 8 точек, выдох. Кобра, вдох. Собака головой вниз. Выдох. Тянутый живот. Левый вперед, вдох. Вытянулись. Выдох. Наклон. Руки через стороны вверх. Вдох. Выдох. Третий круг. Вдох. Дышим носом. Выдох. Наклон. Правый назад. Вдох. Натянули. Ниже таз. Выдох. Планка. Планки. Вдох. Опускаемся на 8 точек. Выдох. Кобра. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. Тянули живот. Правая нога. Вперед. Вдох. Ниже таз. Выдох. Наклон. Через стороны. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Наклон. Левый назад. Вдох. Натянули заднюю ножку, толкнули по старинную впадину и руки вверх. Выдох. Планка. Планки. Вдох. Опустились на 8 точек. Выдох. Кобра. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. Тянутый живот. Левая вперед. Вдох. Выдох. Наклон. Руки через стороны вверх. Выдох. Отлично. Четвертый круг. Вдох. Выдох. Наклон. Левая нога. Ой, правая. Правая нога. Вдох. Выдох. Планка. Планки. Вдох. Опускаемся на 8 точек. Выдох. Кобра. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. Тянутый живот. Правой ногой. Вдох. Вытянулись. Выдох. Наклон. Руки через стороны. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Наклон. Левая нога назад. Вдох. Таз ниже. Выдох. Планка. Планки. Вдох. Опустились на 8 точек. Выдох. Кобра. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. Тянутый живот. Левая нога вперед. Вдох. Наклон. Выдох. Тянутый живот. Вдох. Выдох. И тут тоже. Тянутый живот. И у нас пятый круг уже будет с усложнениями. Вдох. Руки через стороны. Выдох. Наклон. Правой ногой отошли. Вдох. Выдох. Опустили ладошки вниз. У нас правая ножка сзади остается прямая. Левой рукой вверх. Вдох. Развернулись. Выдох. Правой рукой вверх. Вдох. Развернулись. В одну линию. Выдох.
Хорошо. Теперь колено вниз. Колено вниз. Так, давайте, чтобы было все видно. Вот так. Колено вниз. Прогнулись, потянулись вверх, макушка и лицо, вдох. Отошли, отъехали тазом назад. Выдох. Прямая нога передняя. Вдох. Таз вниз. Вот пальчики можно на голову держать. Выдох. Носочек на себя левой ноги. Таз назад. Вдох. Выдох. Активируем тазобедренный суставчик. Вдох. Выдох. Теперь колено чуть в сторону. Вдох. Опускаемся вниз. Выдох. Поднимаемся вверх. Вдох. Отводим назад таз, выдох. Вперед, вдох. Прогиб. Наклон, выдох. Вдох. Отводим таз назад. Выдох. Хорошо. Вот это был выдох, да? И еще раз вдох. Отшагиваем на коленочки, в кошку. Прогиб в кошке, вдох. Антипрогиб, выдох. Еще вдох. Выдох. Вдох. Прогиб, антипрогиб. Выдох. Ладошки шире. Две ширины плеч. И теперь локти в стороны, прогиб, вдох. Локти в стороны и вперед. Выдох, антипрогиб. Упрямляем руки. Вдох. Вниз пошли. Выдох. Вдох. Пробуем коснуться грудной клеткой. Выдох. Локти вперед. Вдох. Выдох. Хорошо. Теперь остаемся внизу. Вдох. Локти вперед, выдох. Приподнялись, висим, вдох. Выдох. Покачались, качнулись к левой руке, вдох. Качнулись вперед, ой, прямо выдох. К правой, вдох. Выдох. Поднялись. Хорошо, теперь развернули пальцы в стороны. Еще шире встали. Согнули локти, выпрямили левую руку, вдох, выдох в исходное положение, правую руку выпрямили, вдох, выдох, локти вперед стремятся, левая, вдох, выдох, правая, вдох, выдох, таз на пятки, расслабили плечи, позу ребенка, растянули спинку, почувствовали область вот грудных мышц, межлопаточную зону, насколько там все расправилось. Хорошо, продолжаем в планке, выпрямляем ноги в планке, вдох, выдох, на правую руку встали, левая рука за головой, вдох, таз вверх, таз вниз, выдох. Натянули правый бок. Вдох. Натянули левый бок. Выдох. Правый. Вдох. Натянули левый. Выдох. Правый. Вдох. Рука вверх. И опускаемся вниз. Перекатились. Перевернулись на левую ручку, правая рука вверх, вдох. Вытянулись. И проворачиваем плечо в обратном направлении, выдох. Коснулись тазом. Вытянули бок. Правый бок натянули, вдох. Левый бок натянули, выдох. Правый бок, вдох. Левый бок, выдох. Правый бок, вдох.
И в исходное положение, выдох. Отлично. Перекатились через носочки на подъемный стоп. Вдох. Назад. Выдох. Вдох. Назад. Выдох. Вдох. Назад. Выдох. Перекатились. Вдох. Назад. Выдох. Собака головой вниз. Вдох. Выдох. Тянули живот. Правая нога вверх. Правая. Вдох. Шагнули вперед. Выдох. Руки через стороны вверх. Выдох наклон. Стянутый живот. Вдох. Руки через стороны. Выдох. Небольшая пауза. Почувствовали, как поменялось ощущение в теле. Восстановили дыхание. Давайте три дыхания. Вдох. И проглаживаем ладошками. Выдох. Еще раз вдох. Дыхание Уджайи. Вытянули переднюю часть. Выдох. И теперь на вторую ножку идем. Вдох. Прогиб. Выдох. Вот прямо руки. Смотрите. Вот так сцепляем. И вниз. И вниз. Наклон. Левой ногой отшагнули. Ручки вверх. Вдох. Ноги сильные. Выдох. Опустились вниз. Руки прямые. Левые внизу, правые вверх. Вытянули. Вдох. Выдох. Поменяли. Вдох. Натянули. Выдох. Хорошо. Колено в пол. Прогиб ушли. Вдох. Вытянули переднюю ножку. Выдох. Вперед ушли. Вдох. Таз вниз. Таз назад. Выдох. Таз вниз. Вдох. Таз назад. Выдох. Теперь колено чуть в сторону. Вдох. Выдох вниз. Голова вниз. Поднялись. Вдох. Отъехали назад. Выдох. Вытянулись. Вперед. Вдох. Прогиб. Выдох вниз. Поднялись. Вдох. Таз назад. Выдох. И еще раз. Вдох. Ладошки чуть вперед идут. Выдох. Поднялись. Вдох. Назад откатились. Выдох. Хорошо. Кошка. Вдох. Прогиб. Выдох. Антипрогиб. Вдох. Прогиб. Выдох. Собака головой вниз. Втянули живот. Вдох. Колени вниз. Не касаясь пола. Прогиб. Выдох. Втянули живот. Вдох, прогиб, не касаясь пола. Выдох. Тянули живот. Вдох, прогиб. Выдох. Собака головой вниз. На носочках встали. Вдох. Потянули тазом вверх. Выдох. Таз справа. Похрустели позвоночками. Вдох. Таз слева. Восстанавливаем. Вдох. Физиология позвоночника. Выдох. Таз справа. Вдох. Таз слева. Выдох. Вдох.
Садом головой вниз, выдох, втягиваем живот. Вдох. Выдох. Втягиваем живот. Вдох. Выдох. Втягиваем живот. Посмотрели вперед. Вдох. Посмотрели назад. Выдох. Посмотрели вперед. Посмотрели назад. Выдох. Колени в пол. Посмотрели вперед. Вдох. Планка. Выдох. Планки. Вдох. И теперь нижняя четуранга. Выдох. Пятками назад потянулись. Макушкой вперед. Копчиком назад. Хорошо. Отсюда перекатились. Собака головой. Вверх. Планку. Выдох. Собака головой вверх. Планка. Выдох. Собака головой вверх. И через планку назад. Собака головой вниз. Выдох. Тянули живот. Левая нога вперед. Вдох. Наклон. Выдох. Руки через стороны вверх. Выдох. Сделали 5 кругов с расширением, с вариациями. Почувствовали изменения. Ноги ширина таза. Садимся. Кокасану. Дышим. Вдох. Выдох. Коленями упираемся в плечи. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Садимся. Ладошки смотрят вперед. Сзади. Ставим ладони спереди. Стопы. Ставим позу стола. Вдох. Таз к пяткам. Выдох. Позу стола. Вдох. Таз между ладошек. Выдох. Поза стола. Вдох. Таз вперед. Выдох. Натянули плечи. Таз вверх. Вдох. Таз между ладошек. Выдох. Посмотрите. То есть потянулись головой вперед. Таз вверх. Вдох. Таз к пяткам. Выдох. Таз вверх. Вдох. Таз между ладошек. Выдох. Таз вверх. Вдох. Таз к пяткам. Остаемся тут. Вдох. Выдох. Ножки вытянули. Сели. Вдох. Поза угла. Выдох. Носочки на себя. Вдох. Под себя. Выдох. На себя. Вдох. Под себя. Выдох. Поясница в пол. Ножки висят. Пальцами рук тянемся вперед. Носочки на себя. Вдох. Под себя. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Пяточки вниз. Потянулись вперед и вверх. Носочки натянули. Вдох. Выдох. Хорошо. Ложимся. Ложимся в шавасану. Делаем 3 глубоких вдоха и выдоха. Чувствуем все тело и выдыхаем. Выдыхаем в точке опоры, в пол. Делаем вдох
и выдох с точки опоры. Потихонечку заканчиваем. Еще нужно... Давайте 7 пустых удиян нам нужно сделать. 7 пустых удиян. Здесь положение лежа. Сгибаем ножки. Сгибаем ноги, ставим возле таза. Делаем ладошки на живот, делаем вдох. Выдох. Да, выдох. Втягиваем живот. Вдох. Выдох. Втягиваем живот. Вдох. Выдох. Втягиваем живот. Вдох. Выдох. Втягиваем живот. Вдох. Выдох. Теперь втянутый живот двигаем вверх-вниз. Хорошо, беремся под колени. Садимся. Еще 3 раза. Сидя, делаем вдох. Выдох. Втягиваем. Ладони на коленях. Вдох. Тянули. Вдох. Выдох. У кого на ауле, пробуем на ауле. Хорошо. Все оставили, отпустили. И прикрываем глаза, и как в начале чувствуем себя, осознаем позу, ощущения и сердце. Вот можно ладошки перед грудью. Благодарим себя, благодарим свое окружение, благодарим всех живых существ и желаем освобождение от страданий, счастья. Вот. Также можно представить свой день и вот это состояние из сердца, луч внимания в свой день, в свои дела, в свои, в своих родных, родственников, друзей. Там сейчас, если выходной, то на одни события, если рабочий день, на другие. Представляем свой день из сердечного центра. Хорошо, у меня на сегодня все. Делитесь впечатлениями. Завтра, завтра в 6.10. Рабочий день, если я не ошибаюсь. И мы в 6.10 встречаемся как на прошлую, как позапрошлой неделе. Благодарю за занятие. Вопросы будут, пишите. Да, ручки поднимите, наверное, уже все, включились. Если, да, я тоже подниму. Все, спасибо. Значит, все хорошо.